Всем приветик. Вот, как видите, имеем вот такие детальки металлические, трубочки, болтики, магнитики и так далее. И давайте попробуем с этого сделать нам нужную вещь своими руками.
Все детальки наши покрасили, уже они высохли, и давайте соберем наше приспособление. На данном приспособлении болгарку можно передвигать туда-сюда, для того, чтобы увеличивать размер нашей детали, делать ее шире или уже. Когда диск наш становится меньше размером, есть возможность приопустить нашу болгарку на данном приспособлении. Это приспособление с помощью магнита должно магнититься к нашей металлической детали. Если вдруг надо вырезать что-то не металлическое, то можно сделать маленькое отверстие по центру и прикрутить с помощью болтика наше приспособление. Или вкрутить иголочку и так с ним работать. Ну вот что мы вырезали с помощью этого приспособления и болгарки. Вот такой кружочек. Остается этот кружочек немножко обработать на гриндере, и я думаю, будет совсем неплохо. При тесте данного инструмента выяснилась такая одна недоработка. Надо ставить посильнее магнит. Я поставил за слабый магнит. Плохо магнитится. Всем спасибо за внимание. Всем пока.